владеете школой, где воспитываете, по сути, да, детей, занимаете их как раз культурой, искусством. Вот постмодернистское направление, где отрицаются авторитеты. Да, Вячеслав Шаликович, дело в том, что если посмотреть с точки зрения искусства, все мы живем в мире так называемого постмодерна. И для этого состояния это не только относится к состоянию культуры и искусства, но и к состоянию общества. И есть уже признаки вот этого постмодерна, одним из признаков которых отрицание идеалов, высмеивание всего того, что когда-то было ценно, искажение. И вот дело в том, что вот это сейчас мы как раз и видим. Хорошо, когда кровь, хорошо, когда боль, а когда культура какая-то, когда искусство, вот это, наверное, устарело. Поэтому, ну, конечно, это крайне